И снова добрый вечер, дорогие мои. А с вами, впрочем, как и всегда, Алкобард. И, конечно же, мы будем что-то пить. А заодно об этом обязательно поговорим. Знаете, такая социальная сеть, как Facebook, периодически пишет, что у вас нового? Типа, поделитесь чем-то с миром. А нового у меня сегодня это то, что я наконец-то подстригся, сходил в местный, так сказать, барбершоп. Кстати, да, исключительно мужской зал, так называемый. Ну ладно. Из меня сделали какое-то подобие человека и закупил новую старку. Про старку эту история такая. Про нее мне начали писать уже недели две назад, наверное. Типа, вышла новая у МЗВВ, вышла новая. А вот попробуй, там два вида. Ну, простите, в нашей деревне двух видов не было, был один. Поэтому найду второй, будет потом и второй. Тем более, она мне интересна, потому что она будет прозрачная. Прозрачная старка, это само по себе что-то уже такое из ряда вон выходящее. Но это Минский завод виноградных вин, и я им доверяю в каком смысле. Понимаете ли, у них есть откровенно хорошие продукты, у них есть середнячки, у них есть, ну, такое себе, но откровенного трешака у них еще не было ни разу. То есть даже, блин, портвейн «Три топора», «Три семерки», они умудряются сделать с легким флером романтики, таким, знаете, вот как-то. Я не знаю, как у них это получается, но мы имеем «Старка Блэк», то есть черная, да, загадочный вкус с дымным ароматом коньяка, опачки, обжаренного дуба, трав и специй. Ну, в принципе, то, что и должно быть. Выдержан на дубовой щепе. Strong Alcoholic Beverage. Strong Alcoholic, вот это мне нравится, да. 40 градусов, 0,5. Начинаем мы опять. Продуктов Беларусь. Так, 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 все понятно. Контр-этикетка. Я вот сейчас, когда садился, когда фоткал эту контр-этикетку, вспомнил, что, кстати, как раз именно, по-моему, МЗВВшники мне в прошлом году на Продэкспо, в 2020 году, когда я в очередной раз на всех наезжаю на тему, да блин, вы сами можете это прочитать, сказали, да побойся бога, засранец ты малой, да ты посмотри, какое количество инфы мы должны туда вместить. И я, в принципе, решил, что, наверное, да, в данном случае возможно. То есть здесь не просто спирт-вода, а еще что-то добавлено. Хотел сказать, читаем то, что можем увидеть, но проще реально на телефоне. Тем более, фотка уже выставлена. Напиток спиртной крепкий, Старка Блэк. Напиток таинственный, с загадочным вкусом. Да, это я уже видел. Выдержан на обжаренной дубовой щепе из трех видов дуба. Вот это уже становится интересным. Ну ладно, жалко, кстати, не перечислено что. Надо будет спросить, интереса ради. Аромат сложный, с коньячной нотой. Хорошо. Обогащенный специями и дымом жареного дуба. Жареный дуб, господа. Вот у меня бывает жареное мясо, а здесь жареный дуб. Срок годности 36 месяцев. Где же состав? Вот он, состав. Вода питьевая исправленная. Спирт этиловый ректифицированный Белальфа. Спиртованный настой дубовой щепы. Дистиллят ржаной невыдержанный. Краситель сахарный коля простой. Сахар, экстракт трав и специй. Корица, кардамон, шафран, бадьян. Экстракт кофе. Зачем? Извините. Яблочный экстракт, экстракт чернослива, грушевый экстракт. Ну, в принципе, для старки все соблюдено. Как я часто говорю, что старка это тот напиток, который не имеет четкой рецептуры. Понятное дело, что есть куча разных местных каких-то рецептов, каждый делает по-своему, но глобально здесь должны присутствовать яблочки, груши и дистиллят. Все присутствует, конечно, Белальфа хорошо, спиртованный настой дубовой щепы, ну, по крайней мере, честно, это тоже хорошо. То есть могли бы написать, что выдержано в бочке, но тогда бы по белорусскому законодательству им так по попкам бы прилетело, что лучше написать честно. Тем более там три вида щепы, вот жалко, не перечислено, о чем речь. Корица, кардамон, шафран, бадьян, ничего не имею против. К экстракту кофе, конечно, у меня есть некоторые вопросы. Для чего, простите? Ну да ладно. Телефон откладываем, будем открывать. По счастливой случайности, я серьезно говорю, уголок язычка ровненько на уровне белорусского акциза. И вот если его чуть-чуть вот так подвинуть, то мы ловим уголочек. И, соответственно, вот так вот. Вот так вот все это. И неравная борьба. Кто выиграл, пока не знаем. Выиграли мы. Ну что, господа, ждем волшебный пук. Ну, такой себе. Так, что пробито на... На крышечке. Легендарный белорусский напиток. Легендарный белорусский напой написано. Я уж думал, опять будет их New Generation Spirit, который они сейчас выпускают, новую серию. Но бутылочка не той формы, но мало ли. Слушайте, оно пахнет. Блин, оно пахнет. А вот теперь капаем.
А вот теперь капаем. Кстати, буль достаточно симпатичный. Но опять же, буль очень сильно зависит от формы горлышка. Реально, очень сильно зависит. Ну, запах. Из рюмки хорошо. Из рюмки хорошо. Что-то так специями понесло, все хорошо. То есть, ну, нормально. Нет. Очень много всего. Вот все-таки такие напитки из коньячных пить, наверное, и не нужно. Потому что, если сбалансированные из рюмки, надо было просто отставить коньячный. Знаете, даже, наверное, я сегодня изменю сам себе и начну с коньячного бокала. В рюмке реально все очень классно пахнет. Ну и, скорее всего, если вы это возьмете, вы будете это пить рюмками, правильно? Пытаюсь поймать дистиллят, тот самый, ржаной. Ну, если он и есть, то его откровенно очень мало, то есть, как дань рецепту, вот так вот. Ну, это и хорошо, с другой стороны. Потому что, когда иногда встречаются смесь ректификата с дистиллятом чуть ли не пополам, это получается, простите, несколько шняга. Здесь же все хорошо пока. Чуть-чуть что-то легкое сиушное идет, капельку. Грушка, хорошо. И, кстати, кофе. Кофе так нехило, я вам хочу сказать. Но вот нотки коньяка обещанные, ну хрен его знает, может во вкусе проявится. Поехали, первый. Хорошо. Хорошо, но дуб, да. Дуб реально интересный, но, блин, кофе в послевкусии. Причем кофе... Ой, не знаю, как кому, мне это напомнит мое счастливое детство. Вот знаете, советское время еще, позднее советское, уже почти перестройка. Столовки и везде вот кофе с молоком. Вот это вот тот самый привкус. Я его дико любил тогда. Может быть, он, кстати, ничего общего с этим не имеет, но вот почему-то вспомнилось, и именно вот такое вот. Вот мне кофе с молоком, вот то. Причем не тот, а то. Я не ошибся, потому что то нельзя было назвать кофе он, то было оно. Это вы знаете, да, про кофе? То есть вообще кофе он, но не с кафе, это точно оно. Ну вот, оно. Но при этом вот такой вот легкий кофейный, он до сих пор есть. Он есть до сих пор. Из минусов сразу могу сказать, сходу, не перепейте этого, ребята. Не перепейте. Первая зашла просто офигенно. Но я понимаю, что если я сейчас продолжу, ну так, конкретно продолжу, то есть после записи, то она будет уходить, 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 и незаметно уйдет вся. Такие напитки, как Старка, Крупник, вот такого вот все плана, они очень родственные, их много пить нельзя. Голова будет с утра гудеть, как Дом Советов, и морда в зеркало не влезет. Поэтому вторая. За, так сказать, умеренное потребление. Запах из рюмки откровенно лучше, чем из коньячного. Редко такое явление бывает, очень редко, но откровенно лучше, потому что, наверное, оно сделано больше вот, ну, под малыша. Его бы с ликерных, сей напиточек, треугольных таких маленьких, было бы вообще классно. Обещанная коньячная нотка возникает, если покатать во рту. Вот реально чуть-чуть есть. Вот не сильно. Я так и не могу понять, почему она прописана чуть ли не в самом начале, что там коньячная нота, ну, по мне все-таки больше кофейная. Вот больше кофейная, но редкое явление, когда, как говорил нарколог, с которым мы записывали одно из видео, хочется повторить. Вот в данном случае, ну, кстати, не одно из видео, а несколько, в данном случае хочется повторить. Я очень долго думал, что под это сделать, под закуску. Я купил мясо специальное, я знал, что буду записывать очередную старку. Очень много старок выходит таких крайне посредственных, то есть, которые хочется закусить. И как закусочный вариант, я бы, естественно, вот сюда на полочку, где у меня сейчас ножик лежит, которым я бы в случае чего срезал акциз, если бы не получилось. Не зубом же его сгрызать, как говорится. Я бы сделал себе жареного мяска, оно уже замаринованное, все классно. Но в итоге все-таки решил, что нет, пусть будет так. Написано там три вида дуба, ну все хорошо, посмотрим.
Кстати, очень интересная бутылка сама по себе, то есть, видать, бутылка делалась под сей напиток. Я не помню у них, у МЗВВ, вот этой вот формы резных боков таких, замочки, кирпичная такая кладка каменная, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, спонтанно. Поехали. А, мы же теперь с этой начинаем, да? Ну, много запаха из коньячного, много. Будете брать, пейте из рюмок. Ну, что вам сказать? Давайте сейчас под третью, наверное, выскажусь. Потому что у меня созрел тост под пятую, наверное, или под четвертую, я еще не знаю. Ну, короче, сейчас высказываюсь по напитку. Значит, возьму ли я еще раз эту, да. Эту, да. Это, наверное, та старка, которая мне как раз одна из немногих и заходит. Да, кофейное послевкусие, да. Кофейное послевкусие, реально. Вот оно сейчас уже поменьше, но с первой просто я не понял, что это было. Коньячное, если покатать во рту, входит откровенно мягко. И, честно говоря, закусывать даже, наверное, не обязательно. Хотя, как кому, если я сейчас дам это жене, скорее всего, она будет морщиться, скажет, дай кусочек сыра, там еще чего-нибудь, а лучше накапай мне чего-нибудь сладенького и без содержания спирта. Ну, это уже кому как. Внешний вид. Ну, единственное, у меня претензия к темному оформлению, хотя, в принципе, и напиток темный, то есть она такая темноватая. Но можно ли брать куда-то на пьянку или для себя? Однозначно, да. На пьянке, ну, конечно, сильно не мешайте ни с чем, особенно с пивом, например. Для себя вот так вот теплым весенним вечером выйти на улицу и бахнуть пару рюмок, вопросов никаких. И она такой, вот, знаете, продукт согревающий. Скорее всего, она у меня вот и будет так использоваться. То есть пить как с целью именно опьянения, понятное дело, что мы все пьем с целью опьянения в разной степени, кому как, но... Вот просто так на стол выставить так под кучу закуски, наверное, неинтересно. Это напиток эгоист, как я иногда говорю. Это вот ты сам себе взял ее, вышел куда-нибудь на улицу, сел там на лавочку себе, пару рюмочек принял, глядя на звезды, и пошел спокойно спать. Вариант. Все, вариант. Для коллективной пьянки на стол, конечно, выставить не стыдно, но упиваться этим я бы не рекомендовал. Вот, наверное, так. Вот вы знаете, да, я все-таки приурочу это к четвертому тосту. Давайте за то, что это, наверное, первая старка, которая мне откровенно классно зашла. Вот просто я, блин, ну к кофейному привкусу я бы доколупался, понятное дело. Но вот она реально, она зашла. Поехали. Заключительное, господа, тост будет уже, естественно, коротким. И пицца она будет за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. И за то, что теперь у меня, наверное, целью стоит найти их белую старку. Которая прозрачная. Ну, потому что прозрачная и старка, это вот пока у меня в голове не укладывается. Причем я спрашивал в магазине, где брал вот эту, они говорят, ничего не знаю, вот нам вот это приехало недавно, все бери. Бери, иди, что тебе еще надо? Ну, посмотрим, что это будет, посмотрим, поэтому за то, что реально вот это мне зашло, специфически, конечно, да, но если, кстати, народ, забыл сказать, на подарок, офигенчик, недорого и, в общем-то, с белорусским национальным колоритом, поехали и всем пока.